Теплым июньским вечером привычное движение автомобилей на Советской площади нарушили красивые девушки и юноши. Традиция отмечать выпускной в самом центре города Видное существует уже давно. С каждым годом сменяются только действующие лица, которые неизменно остаются счастливыми. Анастасия Вавилова из Молокова. Она в числе 50 выпускников, которые окончили школы муниципалитета с золотыми медалями. Девушка четко определила свой дальнейший путь. Она собирается изучать языки. Школьные годы Настя будет вспоминать с чувством светлой грусти. Я часто меняла школы, но, в принципе, это никак не повлияло на обучение. Я вот все школы свои помню, и все очень люблю и благодарна всем за те знания, которые мне дали. Ребята вспоминают, еще вчера пошли в первый класс, а теперь уже перед бывшими школьниками возникают первые взрослые трудности. Немножко, конечно, страшно, потому что все-таки это новый жизненный этап, и не знаешь, чего ожидать в дальнейшем. Но мне кажется, что мы все определились, и поэтому помимо страха есть еще какой-то такой интерес. Действующий рыцарь года Николай Пак уже смог по результатам экзаменов пройти в один институт. Однако юноша не собирается торопиться, а будет ждать итоговых списков и в других вузов, чтобы выбрать лучше для себя. Да, уже выбрал, уже прошел в один институт по творческому конкурсу, так что все хорошо. Все школьные годы за детей переживали их родители. Они хвалили своих чад за пятерки, ругали за двойки. Но для большинства мам и пап цвет выпускного аттестата не очень-то важен. Главное, чтобы ребята стали хорошими людьми. Родители подготовили детям зажигательный, но весьма трогательный номер. Поздравил выпускников с праздником глава Ленинского района Валерий Венцель. Он пожелал, чтобы молодые люди всегда с любовью и теплотой вспоминали школу и своих педагогов. Я хотел бы, чтобы вы этот опыт, эту школьную дружбу, эти знания пронесли через всю свою жизнь. Потому что школьные годы, как известно, чудесные. Здесь у вас появились первые друзья. Именно в школе вы приобрели первых наставников, учителей. В этом году среднюю школу после 11 лет обучения закончили 549 юношей и девушек, а больше всего выпускников из Видновской школы номер 7. В этом году 78 выпускников, и это самый большой выпуск среди всех школ. Всегда седьмая школа дает очень много детей, поэтому я рада и очень еще раз повторяю, горжусь ими. Праздник продолжился во Дворце спорта. Тематика выпускного вечера – летно-пилотная, ведь иначе, как взлет, это не обозначить. Ребята отправляются во взрослую жизнь. Школу буду вспоминать только с удовольствием. Было очень много классных воспоминаний. У меня появились много веселых друзей. Вот мы собираемся провести с ними всю ночь. Собираемся оторваться, а экзамены удовлетворительные. Надеюсь поступить на бюджет. В честь выпускников прогремел красочный салют, а после был концерт, который длился до самого утра. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.